Вот банк, который построил Олег. А это вещица, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. А это сидит программист и гордится, что рисовал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. Вот аналитик, который решил с программистом напиться, что рисовал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. А это дизайнер с магнитиком, который до ночи сидел с аналитиком, который решил с программистом напиться, что рисовал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. Вот тестировщик сидит за стеклом, который назвал дизайнера нытиком, который до ночи сидел с аналитиком, который решил с программистом напиться, который верстал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. Вот грузчик Петя с грузовиком. Он ждет тестировщика, что за стеклом, который назвал дизайнера нытиком, который до ночи сидел с аналитиком, который решил с программистом напиться, который верстал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится в банке, который построил Олег. Вот Падерборн привлекает внимание. Вещицу собрали в далекой Германии. Ее создавали всем банкам с любовью, чтоб смог наш клиент обналичить спокойно и евро, и доллары в ручках держать, из нашей вещицы спокойно достать. А тут мы решили людей показать, которых вам нужно при встрече обнять. Вот тестировщик сидит за стеклом, который назвал дизайнера нытиком, который до ночи сидел с аналитиком, который решил с программистом напиться, который верстал интерфейс той вещицы, которая ждет и на складе томится, в банке, который построил Олег.